легендарный внучатый, вы просто посмотрите, что у меня в руках, ребята. Да, вы не ошиблись, это золотое яйцо. И вы спросите, бабка Шоу, откуда ты взяла золотое яйцо, ребята? Я, конечно же, могла его очень давно вам затрейдить, показать какие-то видеоролики, но самый прикол-то в том, ребята, то, что это яйцо досталось мне из-за того, что я проходила эту самую линию Star Evas и наконец-то получила свое, ребята, золотое яйцо. Заходила в Adopt Me целые 70 дней подряд и не пропуская делала для вас видеоролики по этой замечательной игре. Ну и, собственно, как раз-таки разработчики наградили меня таким золотым яйцом. Насколько я знаю, сейчас оно не очень сильно ценится, и как раз-таки сегодня, ребята, мы пришли с вами в Adopt Me для того, чтобы проверить, как же ценится это самое золотое яйцо спустя то самое время, когда оно реально, ребята, обесценилось. Ну и как раз-таки сегодня мы проверим, насколько сильно оно обесценилось и каких питомцев мы сможем с вами получить за золотое яйцо. А если ничего не получим, то вылупим и посмотрим, какой питомец нам с вами попадется. Потому что тоже хотелось бы попробовать выбить себе золотого единорога. Очень давно его хотела, у меня его, ребята, ни разу не было в игре. Поэтому обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Погнали! Насколько я, ребята, знаю, это самое яйцо уже очень давно обесценилось, и ничего прям супер хорошего за него ждать не стоит. Но мы сейчас находимся с вами в центре. В целом, сервер довольно неплохой, хотя зашла я на него на рандом. И сейчас мы попробуем с вами предлагать это самое яйцо всем чувакам, которые находятся на этом сервере. И мне как раз-таки приходит самый первый трейд, хотя мы еще даже не начали с вами, ребята, предлагать яйцо кому-либо. И мне предлагает Flyright. Ух ты, нифига себе, ребята. Но вот этот трейд с самого начала мне уже очень даже нравится. Во-первых, этого питомца невозможно сейчас достать. Возможно, его, ребята, сейчас мне наспамят и начнут убирать этих питомцев. Скорее всего, так и будет. Потому что было бы очень странно, если бы он отдал мне все этих пэтов и согласился бы. Вау, ребята, он вправду соглашается. Вот это, да, трейд сразу же такой неплохой. Как видите, у нас здесь с вами, у нас на моем аккаунте есть всего лишь один такой питомец. В целом, я могла бы обменяться на целых два и получила бы вот таких прикольных питомцев. Но это яйцо слишком тяжело мне досталось, поэтому на это соглашаться я не могу. Поэтому давайте мы прямо сейчас с вами уберем этот трейд, откажемся от него и будем предлагать еще кому-нибудь наши услуги. Напишем прямо сюда в чат трейд. Так, мне получается нужно написать трейд Golden Egg. Трейжу золотое яйцо. Трейд был неплохой, но я отказалась только в силу того, что видеоролик только начался. Итак, ребята, давайте мы с вами принимаем следующий трейд и смотрим, что же нам с вами предложат. А нам предлагает Neon Ride лягуху. Old Neon Ride. Ну, не сказать, что эта лягуха прям олдовая. Она была еще в то время, когда появились вот эти самые яйца. Ну, короче, это не супер прикольно. Этих лягух у меня была полная куча. А сейчас лягухи, кстати говоря, ни одной нету, что очень странно, куда они пропали. А знаете, куда я их раздарила? И еще я дала обманщикам, ребята. Раньше я снимала видеоролики типа обманщики в Adopt Me и все такое. Так, кто-то здесь ищет родильку, а мы с вами предлагаем наше золотое яйцо. Кто-нибудь откликнитесь, очень много ребят, которые наверняка хотят его получить, и вот этот Лев Страж не исключение. Можно было его в целом бы взять, но, по-моему, кстати говоря, давайте мы сейчас кое-что с вами проверим, немножечко отвлечемся от нашей темы питомцев, сядем на нашу супер-быструю скоростную, ребята, гоночную машину. Подождите, а куда я погнала? Вот же пэт-магазин. И зайдем в наш самый пэт-магазин, посмотрим, если там остался Guardian Line, то его вообще не стоит трейдить. Да, ребята, он остался, поэтому он ценится точно так же, как и сейчас. Всякий кицуны не сильно дорогой, поэтому мы с вами переходим непосредственно на другой сервер. Раз здесь не хотят трейдить, нас наверняка ждут на другом трейдерском сервере. Погнали. Итак, ребята, мы пришли с вами на другой трейдерский сервер. Не совсем здесь много трейдерских пэтов, но возможно что-то будет неплохое. Давайте мы прямо сейчас с вами вытащим наше золотое яйцо и будем пытаться его затрейдить, ребята. Только где вот оно находится? А вот оно, ребята, Golden Egg Legendary. Вот такое вот прикольное золотое яйцо. Ребятки, очень долго я ждала этого момента, когда его наконец-то смогу открыть и посмотреть, что отсюда выпадет. Нажимаем на кнопочку Accept и смотрим на наш трейд, который нам предлагает за это самое золотое яйцо. А предлагает нам, ребята, следующее. Неон собака. Самая обыкновенная собачка. Не знаю, на что рассчитывает этот чувак, но на этот трейд я явно не хочу соглашаться. Спасибо большое за твое предложение. Собака — это уникальный красивый питомец. Очень причем дорогой, но я, пожалуй, откажусь. Я надеюсь, что вы поняли, что это просто прикол, и бабка Шоу прикольнулась. Этот питомец, короче говоря, его можно получить за 5 минут. Ну, короче, эту неонку скрафтить. Смотрим, что нам предлагает в следующем нашем трейде Неон Динго. Неон Райд Собака. Вот это уже поинтереснее, но на самом деле это какой-то позор. Что за такой трейд? Либо это такой
такой сервер, где нормальных чуваков нету. Здесь просто какие-то неон-собаки и нормальных пэтов особо даже и не видно. Поэтому, кажется, пора покидать этот сервер тоже. Не особо повезло с генерацией нашего сервера. Что-то как-то, ну, не то, короче говоря. Не то, ребятки, не то. Так, у меня только, по-моему, одно золотое яйцо на этом сервере, поэтому я, короче, просто богиня. Забирайте мое яйцо, отдам за легендари пэта. Ё-моё, ребята, тут такой обалденный сервер, вы просто офигеете. Вы посмотрите, сколько здесь пэтов. Да тут офигеть, и золотые драконы, и какие-то неоновые питомцы. Не мега-неоновые какие-то питомцы. Чего только здесь нет, ребята. И кажется, одного моего золотого яйца будет мало, чтобы обменяться на какую-нибудь прикольную прихолюху. Но мы все-таки сможем с вами попробовать потрейдиться. К тому же у меня сейчас, ребята, нет какого-либо дорогого прям очень питомца. Здесь есть только флайрайт-сова, которую можно потрейдить на какого-нибудь прикольного пэта. И нам предлагают какой-то, ребята, трейд. Очень интересно посмотреть, на что нам предлагает, в общем-то, золотое яйцо. Что ты готов дать за золотое яйцо? В целом, трейдерский сервер здесь могут предложить за него что-то нормальное. И нам предлагают с вами аксель, ребята, металлического быка одного и одного леди бага. Но самый прикол в том, что у меня все три этих предмета есть, поэтому я, пожалуй, откажусь от этого трейда и буду смотреть, что здесь дальше. Who have all? У меня есть сова. Давайте напишем me. Посмотрим, что этот чувак хочет дать мне за сову. Так, это кьют панда какой-то. Вот только где он находится, я, если честно, и не знаю. Не видно его, ребята, совсем. Ну и где же ты? Где же ты? Так, ребята, ну не видно этого самого чувака. Давайте попробуем его поискать. Где-то этот чувак с ником под названием... так, CutePanda07B. CutePanda, ты где? Вот, ребята, CutePanda07B. Ты где же ты находишься-то? Давайте мы прямо сейчас... О, смотрите, мне еще один трейд предлагает на золотое яйцо. Давайте посмотрим, что здесь такое. Тут гусь, ясно. Гусь — это не то. Давайте мы нажмем на кнопочку decline и посмотрим, что нам хотят дать за эту самую сову. Итак, ребята, а вот совой уже все эти дела идут полегче. Нам предлагают уже с вами неплохих питомцев. Здесь как раз-таки Diamond Lady Bug, 3 золотых Lady Bug. О-хо-хо, такого трейда я не видела уже давно. И причем это самый первый трейд на нашу Flyride сову, но мы, пожалуй, с вами откажемся и будем смотреть дальше, потому что вот за сову предлагают намного-намного больше. Сова — это такой питомец, за которого, вот, смотрите, ну типа, блин, ну хоть это и плоховатый питомец, причем он очень даже плохой для нашей совы, но все же, ребята, смотрите, на него уже предлагают вещи поинтереснее, то есть здесь наверняка можно выманить какого-нибудь дракончика, может быть даже неонового, и тут же такой же питомец, как был у меня раньше. То есть здесь, ребята, и вправду хотят, о, смотрите, не он Flyride какой-то гусь, ребята, индюк. Робо-собака, прикольно. Флай, это кто у нас получается? Пчелка. Флай-коала, но это тоже не то. Не то, что я бы хотела получить на этого самого пэта. Плиз, want to trade with me. Так, ребят, давайте закинем ему этого пэта. Он предлагает сервера. Так, единорога. И, кажется, единорога. Ты же предложишь? Нет, Роделька, обидно. Короче, ребята, это неон 2 питомца, но я, пожалуй, откажусь, неонками делать их явно не хочется. Ну и еще давайте посмотрим прямо сейчас с вами, что нам еще могут нам предложить здесь. Алески 1, 2, 3. Алиаски, точнее. Вау, ну это неон флайрайт Сэби тут, он у нас является, короче говоря, сейчас его можно получить. В целом он вообще не представляет какой-либо дороговизны, но он дает нам вот таких 2 питомца, это все же все равно не то. Поэтому мы продолжаем, короче говоря, с вами трейдить нашего пэта. Он просто гигантский, мы его можем взять на руки, также можем кататься на нем. Короче, как нам удобно, то мы можем с этим самым питомцем делать. Тут еще есть чья-то сова, но моя сова явно покрасивее, побольше, пожирнее. Короче, крутая сова только у меня. Ну и давайте мы с вами попробуем потрейдить тогда уж снова золотое яйцо, потому что на сову хоть и трейд предлагает прикольный, но все же, вау, тут мега-неоновые питомцы, а у меня нету даже ничего, нечего, короче, потрейдить. Ладно, в таком случае давайте мы уберем вот это все дело прямо у себя и переключимся на следующего пэта, а именно, ребята, ну точнее на золотое яйцо, и будем смотреть, что за это самое золотое яйцо могут дать нам наши донатеры. Так, подождите, на что он кидает трейд? Скорее всего, не на золотое яйцо, да, ребята, он предлагает нам вот такого вот неон флайрайт питомца за флайрайт сову. Не знаю, ребята, неон флайрайт, он в целом тоже дорогой, причем вышли они почти в одно и то же время, но этот питомец вышел позже, поэтому, пожалуй, я, короче говоря, откажусь от этого пэта, а точнее, от этого самого трейда, и сейчас попробую предлагать мое золотое яйцо всем прохожим. Итак, ребята, какой-то трейд нам с вами приходит, и мы начинаем смотреть, что нам предлагают за наше золотое яйцо. Это, ребята, вот такой вот питомец, снежная сова, которого получить уже, увы, невозможно. Но это все же не то, что я хотела бы получить, все-таки надо было соглашаться на неон флайрайт дракошу, лучше бы нам с вами не дали.
Давайте мы с вами еще немножечко сейчас попробуем потрейдить это яйцо. Надеюсь, что мне вновь предложат такой же трейд с нашим Neon Flayride драконом. Нам предлагают уже, ребята, райдовскую, такую же точно снежную сову. Но этого, ребята, все же мало. Все же это довольно мало на наше золотое прикольное яйцо. Хотелось бы его даже открыть и попробовать потрейдить еще раз, но не знаю, короче. Если нам предложат какого-нибудь пэта покруче, поприкольнее, мы с вами обязательно согласимся. Еще можно попробовать вот этому чуваку предложить какую-нибудь кучу прикольных питомцев. Например, ребята, закинуть ему золотое яйцо и, допустим, закинуть ему, что у меня есть из старых довольно питомцев. Скиллерекса, как вы думаете? Закинем ему сейчас пару питомцев, посмотрим, согласится он или нет. Возможно, согласится, в таком случае мы с вами реально будем богатыми. Ну, не знаю, ребята, если честно, но я думаю, что надо было соглашаться все-таки на Neon Flayride Дракошу. Шансов затрейдиться было бы больше. Так, чувак, смотри, я тебе предлагаю золотое яйцо, и ему еще дам, короче, каких-нибудь пэтов. Допустим, это будет, ребята, Frost Fury, один флайрайдовский, райдовская Додо. Ну, давай мы ему предложим, главное, чтобы он принял трейд, а что-то он, короче говоря, заснул. Итак, ребята, кто-то нам предлагает с вами трейд, давайте посмотрим, что нам предлагают. Так, ребята, надеюсь, что что-нибудь нормально. Флайрайд единорог, но все же это не то, потому что нам предлагали с вами неон флайрайд питомца, и мы с вами еще и отказались, прикиньте, да, вот это да. Надо было соглашаться, ну что же я наговорила, ребята, ладно, ничего страшного. Вот, кстати, мой питомец, на нем какой-то чувак теперь сидит, а у меня есть более прикольный пэт. Так, нам предлагают радужную коляску, нет, спасибо, ее вообще можно за 1000, короче, купить денежек, поэтому мы откажемся от этого трейда. Ребят, неужели это яйцо остается сегодня у нас в инвентаре, как вы думаете? Я, ребята, лично думаю, что, кажется, придется его оставить, потому что, ну, давайте, короче, его вылупим, сделаем более интересное шоу. У нас с вами есть возможность его практически вылупить. Сейчас зайдем в школу, покушаем, поспим, и в целом питомец практически уже вылупится. Так, давайте мы прямо сейчас его с вами для начала покормим, потом положим спать и посмотрим, что вылупится из этого яйца. Итак, ребята, пора на кемпинг. Мое яйцо хочет всего лишь одно желание, а это либо сходить на кемпинг, либо поспать. Я, ребята, прямо сейчас предлагаю вылупить наше яйцо прямо возле костра, потому что это будет очень красивым завершением нашего видеоролика. Вы увидели, что можно затрейдить на это яйцо в 2021 году, ребята, а именно Neon Flayride питомцев в целом пока что получить возможно. Если вам повезет, можно получить даже что-нибудь посерьезнее, чем дракона. Но тут опять же как повезет. И давайте мы сейчас просто очень красиво сделаем заставочку для нашего видеоролика наверняка. Сядем рядом с нашим золотым яйцом и будем просто ждать, пока оно вылупится под вот такими вот огнями нашего огня. Ну и, ребятки, давайте смотреть, что тут у нас есть интересного, что вылупляется из этого пэта. Чуть-чуть осталось совсем, и, ну, точнее, половинка, и уже вылупится наш питомец. Ждем-с. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами была я, Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если хотите больше трейдов подобных, обязательно пишите об этом в комментариях. Я читаю все комменты, поэтому увижу наверняка, что вам понравилось. Ну, ребятки, чуть-чуть остается и вылупляется наше яйцо в нашем подобном. Я очень долго ждала этого самого момента, и вылупляется нам отсюда кто, ребята? Очень сильно надеюсь. Да, ребята, золотой единорог. То, что я хотела, мне и вылупилось. День сегодня сделан, золотой единорог у меня в инвентаре. Ну, ребятки, всем спасибо, всем удачи, всем пока, встретимся в следующем видеоролике.